То Сантехтрейд Актобе образовалась в 2008 году, изначально занималась чисто коммерческой деятельностью. Позднее руководством компании было принято решение перейти на выпуск собственной продукции, а именно питьевой бутилированной воды, для чего в 2014 году компания получила льготный кредит на 5 лет по программе «Дому Ондерис» из Национального фонда под 6%. Были приобретены 3 линии по производству бутилированной воды, а также оборудование по выдувке этих бутылок. Стартовало производство летом 2015 года. Наша вода «Алмаз» получена из месторождения подземных вод Нижней Каргалинской. Попадая в цех, вода проходит процесс очистки на современном оборудовании, которое обеспечивает высокое качество воды. Далее вода проходит процесс очистки ультрафиолетовыми лучами и озонацию, которая позволяет произвести обеззараживание воды, не влияя на ее состав и свойства. Подготовленная таким образом вода поступает на розлив. За 3 года работы производство крепко стало на ноги. В настоящее время налажено производство воды в таре разной вместимости от 300 грамм до 19 литров. Технологический процесс максимально автоматизирован, начиная с обмывки бутылок, розлива и включая все остальные стадии, вплоть до датировки упаковки. Благодаря чему человеческий фактор максимально минимизирован, что крайне важно в деле выпуска питьевой воды. 1,5-литровый в час разливается 1000 литров, литр 1500, 0,5, 3000 и 0,3 разливаем. 5000 бутылей в час. В начале трудовой деятельности у нас работало 11 человек. Сейчас у нас увеличился штат. 31 человек сейчас работает у нас. И у нас имеется доставка. Сейчас на линии работает 5 машин и 2 больших фуры. Питьевую воду «Алмаз» компания поставляет как юридическим, так и физическим лицам, как крупным компаниям, так и школам и детсадам. При этом на производстве стараются следовать в ногу со временем. Недавно здесь внедрили новый дизайн этикеток, разработанный специалистами из Санкт-Петербурга. В планах наладить выпуск соков питьевой воды для детей. Также проведена пробная поставка воды в Самару. При поддержке региональной палаты предпринимателей планируют выходить на рынки Оренбурга и Орска. Владимир Федотов, Руслан Ильтаев, телеканал «Актобе».